Снимай меня. Вот так вот я занимаюсь утром, а космос меня снимает. Три раза в неделю мой день начинается с высокоинтенсивной интервальной тренировки. Меня же надо снимать, надо, чтобы меня было видно. Я уже закончила и сейчас делаю растяжку. Смотри, встаем на мостик. Вот какой у нас котик. А это ножки такие хорошки. Так, красивый был. Доброе утро, друзья. Только ты не тряси. Хорошо, все, это я мне просто смеюсь. Доброе утро, друзья. Сегодня будет необычный влог, потому что вы узнаете, кто выбил мне зубы, почему я хожу со вставной челюстью, которую я, кстати сказать, каждый день достаю изо рта, кладу в такой специальный стаканчик, заливаю дезинфицирующей жидкостью. Кстати, с жидкостью своей я очень довольна. Ссылку на нее оставлю в описании к этому видео. В общем, сейчас все увидите и едем к стоматологу. Было такое, что он там побаливает иногда при сильном накусывании? И у меня вот этот зуб отломался кончик. И я решила гулять и сделала все. Вот, но сейчас мне не нравится то, что они сильно белые. То, что они... Да. То, что они сильно белые, слишком так идеальные. Чисто технически там все сделано правильно, нету никаких вот внутри, ни зазоров, все герметично. Mm-hmm. По форме, да, но там нельзя сделать по форме композитные виниры так, чтобы они смотрелись эстетично. Но если только виниры, делать спиливать все и делать изымаксом. А сильно стачиваются зубы? Потому что мне так... Было приятно, что мои, как бы вот эти, они там как не сточенные. Примерно вот так. Они вообще требуют какую-то коррекцию какого-то такого? Нет, я имею в виду через год, например. Какой за ними уход и на сколько лет? Не, уход такой же, как за своими зубами. Просто чистите зубы и все. Под композитом могут портиться очень сильно зубы. Очень плохая прилегаемость, герметичность, и из-за этого туда пробирается кариес. У вас, в принципе, все неплохо. А нельзя переделать только вот эти, например, а передние? Это можно как-то подкорректировать. Изначально свои зубы убирали какие? Достаточно. Я сейчас плохо помню. Ну, да, скорее да, чем нет. Значительно. Это как вариант, чтобы сейчас не кардинально не вмешиваться во все это. Угу. Потому что результат может порадовать и... Еще походить с этим можно будет. Ну да, мне хочется торопиться. Тогда может действительно только эти. Тем более, когда сделано все достаточно красиво. Я категорически против, если приходится, я сразу говорю, что это надо снимать, если во рту есть это. А мне то... почему не говорите? Потому что сделано очень хорошо. Это большая редкость. Я скажу, я композитные виниры, они не так давно, я работаю 20 лет, но композитные виниры вижу последние годы. Там может быть. Я не знаю, 3-5 лет, но и вижу их не очень часто, и вот это, наверное, лучшая работа композитных виниров, которую я видел. Туалетное селфи. В общем, друзья, никакие у меня, конечно же, не вставные зубы. Зубы у меня все прекрасные, все ровные, но на них сверху налеплен композитный материал, и поэтому они такие белые, и поэтому они в объеме стали больше, потому что добавился слой этого композитного материала. У меня даже во всех зубах есть... Нервы целые, живые. И еще один интересный факт обо мне. У меня было 33 зуба, у меня было 5 зубов мудрости. Я их все 5 удалила, то есть у меня было 4, я их удалила, и у меня вылез еще один. Вот такая вот интересная история. Поэтому больше не буду вас смущать своими зубами вставными, которые многих раздражают. Подкорректируем пару зубиков, и все будет выглядеть идеально. И вы сможете смотреть мои видео, мой влог и... Уф, не нервничать больше. А я сейчас о чем? Я готова, я не знаю. Когда вопросы... Ну да. Не хочет, прикинь. А, сейчас, подожди, я знаю, что сделать. Тогда мне будет хорошо. Постоянный бесконечный процесс создания фотографий для того, чтобы было что вам в Инстаграме показать. Иногда фотографируемся для себя, иногда фотографируемся для каких-то компаний. Вот сейчас для себя. Но я как всегда не выдержала, разделась. Blue jeans, white shirt, walked into the room, you know you made my eyes bleed.
быстрее результаты, так сказать. Ну, классно так выглядит. Космос, к сожалению, не захотел полноценный фотосет большой. На улице все снег идет. Теперь новые фотки из Инстаграма. Спой еще. Чтобы просто все знали, мама, что я мама. Какой ты красивый в этом комбинезоне, в этой шапке. Споешь еще? Только не уходи, стой здесь, стой здесь, стой здесь. Космос. Жизнь в России. Russian summer. Да, прямо навалилось. Интересно, тут у меня космос, где надо будет посерединке сесть. Здравствуйте, я Мариша. Мне должны были карточку на скидку. Меня обманули, просто подарили наклейку. И мой, смотри, Мэрисон Фэмили. Повезло же моему будущему мужу, у него будет скидончик 20% в траектории. Как прикольно, в торговом центре есть веревочный городок для детей. Космос подрастет немножко, и мы будем с ним просто везде, как обезьянки. Наконец-то у меня опять будет друг, с которым можно будет лазить везде. Сейчас такая от тоски набросилась на какой-нибудь манекен. Люблю спортивных мужчин. Без головы. Тут больше вылезет. Брюнет поможет вам выбрать костюм. Так, брюки у нас будет тоже этот размер, да? Если есть, ну, наверное, S, да, или XS. Пока я буду выбирать, чтобы не скучали, порекомендую вам очень крутой, очень полезный канал Елена Майами. Лена, она сыроед, она активистка здорового образа жизни, занимается спортом, йогой, много путешествует, живет в Лос-Анджелесе. И у нее действительно очень полезный канал, потому что вы часто спрашиваете меня о веганстве, вегетарианстве, чистых детоксах. Так вот, она уже сняла все эти видео за меня. Также она часто рекомендует полезную литературу и видео, которые могут перевернуть вашу жизнь. И сегодня утром я смотрела ее видео, посвященное 14-дневному детоксу на соках, и она меня действительно смотивировала попробовать это. То есть теперь я с нетерпением жду, когда закончу кормить космоса и наконец-то смогу делать детокс. Плохого не посоветую, переходите к Лене, подписывайтесь, ссылочка на нее находится в описании к этому видео. А я пошла мерить. Это что? Этот крутой лук. Только теперь моя доска не подходит. Как дела с образом? Вот это мне нравится. Прикольно. Вообще огонь. А это самые маленькие штаны? Нет, еще меньше. Но их можно там подтянуть в талии. А я их уже потянула. Вон да, у меня поменьше. Давай ты будешь петь что-нибудь. Я такая теперь, знаешь, как девочка в платье, я такая... Классно, все, гоним в Сочи. Увидимся в Сочи. На Нью Старфэм. Еще одна фотокрасотка у нас. Четвертая уже. Поставим свет и будем фотографировать. Опять классные фотки получатся. Да, нравится. Мне нравится, когда на одну сторону волосы. Да, на одну сторону. Когда на две, они слишком выглядят правильно как-то. Угу. Такие фотки красивые получаются. Маша вам скинет все фотки. Девчонки молодцы, у них сразу все получается. Чёрт. Так, давай двигаться. Ой, какой
Ой, мы это то, что там было написано, соты хрупкие, осторожно. То есть вот когда тебя фоткают, тоже нужно представлять, как будто снимать на видео, тогда появляются такие живые прикольные фотки. Ай-яй-яй. Допустим, если не знаешь, куда деть, пусть висит. Да, а вот так еще голову туда откинь прям. Да, да, да. Мне не нравится, что левая нога. Да. Да. Вот так. Ой, красиво. Побольше, да. Чуть-чуть на лбу вот это голое получилось. Я такая какая-то, как этот, знаешь, да, который режет, потом соль бросает. Я такая тоже волосы. Шикарно, хочешь смотреть? Да, конечно. Темнеет, мы все фоткаемся. Живем ночь за окном.